Ты боишься акул? Боюсь. Я очень боюсь акул. Ты видел когда-нибудь акулу? Ну, только по телеку. А, это когда к Малахову приглашали? Нет. А, то все. Комаров ты боишься? Комаров? Фу, их что бояться? Сколько ты за свою жизнь убил комаров? Валь, животное или насекомое? Они тоже хотят жить, как и мы. Саш, ты знаешь, кто ты? Кто? Ты гуманист. Комаров надо опасаться. Угу. Что ты делаешь, чтобы комары тебя не кусали? Ну, я обрызгиваю специальным средством, и они сразу не отлетают. Говорят, фу, Кира, ты воняешь чем-то. Вот что делать? Давай так. Когда ты приезжаешь на курорт, встречаешь девочку какую-нибудь, с ней ходишь, играешь, гуляешь, покупаешь ей ожерелье из ракушек. А на следующее утро она уезжает с матерью своей обратно и слова тебе не говорит. Кто она после этого? Никто. Правильно, она никто. Вот у меня одна трагедия такая создалась. Мы ехали к брату моему на день рождения. Один пьяный человек наступил женщине сильно со всей силы на ногу. Потом хотел мужчину убить. Пьяный был Вань. Пьяный. Так всегда бывает. А потом папе это все надоело, он осмелился. И как взял его, и когда двери открылись в метро, выкинул, а он... У тебя очень смелый папа. Да, очень даже. Только ему один раз в нос дали. Но он же от этого не стал менее смелым. Стал. Давай, пошли твои руки. Давай, слушай, у тебя очень крепкие руки пожатия. Слушай, подожди, ты, наверное, самый сильный в классе? Да, и высокий. Ты самый сильный и высокий в классе? Да. Ты можешь всех побить в своем классе? Да. Ника, пожелай что-нибудь нашим зрителям. Давай, как лето провести? Пожелай, что им летом делать? Будьте здоровыми, никогда не болейте, когда отдыхаете. И все время отдыхайте хорошо, не делайте. Ника, это формализм. Конкретные вещи говори. Дорогие зрители, пожалуйста, никогда не подходите к комару. Они вас могут укусить. И, пожалуйста, побольше мазайтесь кремом. Всего самого хорошего. Мы поедем в Доминикану с Никой. И потом, когда мы вернемся, сразу через день мы едем в Швейцарию на все-все-все лето. И потом в конце лета, по нашим традициям, мы едем в Каны на нашей машине. Спасибо, София. Беги. Куда? Все, ты все рассказала. Беги. Как? Все.